Я больше не хочу играть! А все, надо было раньше думать! Я тоже не хочу играть! Эй, ты что кто такой? Ну-ка давай тоже туда! Куда ты собрался? Чего? Это же главный! Вот молодец, внучка, все знаешь! Чего? Извините, не узнал! А ладно, открывай давай! Там игра, ой, очень опасно. Вы меня не видели, если что. Раз не знал, значит, богатым буду. Вы меня не видели, если что. Офигеть, я вот этими руками трогал главного. Обалдеть, теперь не буду мыть руки никогда. Если хотите во всех играх побеждать и быть номером один, ставьте лайк. Так, слушаем команду. Больше никого не пускаем. У нас строгий отбор. А то какие-то слабаки вам попадаются, понял? Да, все. О, какая милая девочка. Держи конфету. Ты видел? Я вам не милая. Стоять! А вы куда собрались? На игру, у нас же визитки. Все, нельзя, теперь строгий отбор на игру кальмара. У нас таких, знаете, сколько желающих? Короче, сейчас куклы из игры кальмаров нас проверим. Пакет будет мешать играть, а капюшон закрывать глаза. На ногах нет обуви, вы не проходите. Да где же эта Дальгона? Дальгона! Где? Куда ты побежала? Верните ее! Верните ее кто-нибудь! Ау! Где все? Эй, что за дела? Да, сказали не проходите. Снимай пакет, капюшон, обувь отмывайте, проходите. Нет, только не пакет. Я с детства его не снимал. Тогда проход на игру закрыт строго. Чё? Ну-ка, Монос, отдай ему. Опасно, опасно. Всё, мы уходим. Пошли, шестая. Мы ещё вернёмся и надерём вашу кальмарову заднюю сашку. Помяни меня! И чё ты ушёл? Надо было навалять им. У меня план получше. Мы уменьшимся и пройдём. Идея супер! Как я не додумалась! Пошли! Чё за пиз? Комар, что ли? Тут что-то не то. Это твой комар? Куда? Вот, пришли повеселиться с девушкой. Игра в кальмара сейчас очень популярна. Ну, это я решил перед девушкой покрасоваться. Ну, ты понял, что я имею в виду, да? Ага. Ну что, Локи, готовы поиграть? Конечно, устроим там настоящий ад. Что? Нельзя проходить, пока вас не проверит кукла. Куклы, куклы, пиявка, не да.
опасно, опасно. Вы не проходите. Чего, Том, в чем дело? Ты же обещал. Спокойно, Локи, сейчас все будет. Слушай, кукла, пропусти нас. Нет. Ну ладно, сама вынудила. Вы чего мне куклу сломали? Прибор! Ты ничего не видел. Я ничего не видел. Ты нас пропустишь? Я вас пропущу. Вы приняты в игру кальмаров. Проходите. Куда это вы пошли? Вы чего пропускаете без тестовой мини-игры в кальмарах? Проведите их в игру. Итак, у вас 3 раунда. Правила игры. Твоя задача — определить цвет, который показывает сотрудник, и угадать, в какой он бутылке. Внутри емкость с краской. Когда ты потрясешь, то появится цвет. Итак, первая попытка — найти красный цвет. Игра идет на время. Первый раунд. Вы проиграли. Игрок Локи, ты можешь пока посмотреть на бутылку. Итак, сотрудник Квадрат, покажите цвет. Второй раунд, синий цвет. Точнее. Так либо это. Ну что же, Локи. Как же вы так? 2-0, я выигрываю! Ну что, игрок Локи, 3-й раунд. Угадаете ли вы желтый цвет или нет? Или все-таки фортуна сегодня не на вашей стороне? Так. Ребят, помогите мне выбрать. Поставьте лайк скорее. Спасибо вам. Да! Ура! Лайки помогли! Съел! А? Игрок Том! Вам нужно угадать из 3 напитков, где один хороший. Чтобы угадать, вы должны отпить. Приступаем к игре. Раунд номер 1. Раунд идет на время. Ну и что это? Вы должны не только выпить, вы должны еще угадать. Это похоже на какой-то сок. Что-то типа персика, что ли. Это не сок. Нет? Либо кисель. Совершенно верно. Первая попытка, вы прошли. Второй раунд. Итак, второй раунд. Первый вам повезло, то как же будет во втором? Приступаем к игре. Это спрайт. Наверное. Что-то газированное. Молодцы, вы угадали. Это Фанта. Поехали дальше. Переходим в 3-й раунд. Ну и так, Том, посмотрим ваши извинения в 3-м раунде. Что ты задумал, дядя Фестер? Надеюсь, ты завел нас в жуткий лес и решил там оставить одних. Не, лучше я привел вас на аттракцион! Дядя Фестер, ты издеваешься? Да.
Мы тебя обожаем! Стоять! Куда пошли? Игра не для детей! Значит, по 16, мы уже не дети. Да-да. Ну, смотрите! Вроде не вижу вас ничего такого запрещающего. Проходите, вы приняты. Пошли, я бы на вашем месте не радовался, это опасно. Правда? Да, очень опасно. Ура, это лучший день в моей жизни. Спасибо, мальчик. Падай, 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 падай. А какие у вас еще есть аттракционы? Спасибо, дядя Фестер, так весело! Мы там разошлись! И пошел Дэн. Так, слушай, да. У нас строгий отбор! А то какие-то слабаки вам попадаются, понял? Ну вы там везунчик! Вы угадали! И проходите в ванну вымыть рот. Мы тебя обожаем! За что, лысенький, держись! Дуй тоже! Воля. А где же эта Дальгона? Дальгона, все она! К